Привет! Сегодня первый день нашей бриллиантовой конференции в Рио-де-Жанейро. Это один из самых больших городов Латинской Америки. Мы прилетели вчера поздно вечером, и мы даже сегодня обалдели от того, когда рассвело. Какая здесь красота, какой шикарный город, и мы здесь находимся только благодаря компании Oriflame. Очень жалко, конечно, что мы не с нами, но мы верим, что в следующей бриллиантовой конференции мы обязательно с вами будем вместе. А пока наслаждайтесь интересными фоточками и классным клипом. Пока-пока! В мире легко и бессмысленно солнцем повешен на цвейблово где-то. Ругается дождь с грозой, с ветром, с опавшими листьями осень уходит, как истина, фонтан светлою полосой. Никуда, никуда, так до самого донышка. Собой зажигая мосты, я лечу, словно белое, белое перышко. На двух крылышках у судьбы я лечу, словно белое, белое перышко. Сердце тревогой наполнится, будто падаем мы вдвоем. Никуда, никуда, так до самого донышка. За собой зажигая мосты, я лечу, словно белое, белое перышко. На двух крылышках у судьбы я лечу, словно белое, белое перышко. На двух крылышках у судьбы. Вечер в ночь увлекаемый, месяц повис, убеляя во свечи, сидим за одним столом. С ветром, с опавшими листьями осень приходит, как истина, вон там, там за моим окном. Никуда, никуда, так до самого донышка. За собой зажигая мосты, я лечу, словно белое, белое.